Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 11 сентября 2018 года, и я нахожусь на пляже 40 лет Победы. Приехал я сюда из Ореховой рощи. Здравствуйте, вы на пробег? Очень приятно. Там должен был состояться велопробег, посвященный Дню Трезвости, но организаторы так и не обнаружились. Приехало человек 5 в разное время, и они потом все по одному разъехались, и я в том числе. Вот. Ну, я решил сразу домой не ехать, а приехал сюда, на пляж 40 лет Победы, чтобы еще раз встретиться с морем. Знаете, каждая встреча с морем, она, ну, просто врачует душу. А кто купается, еще и тело. Ну и вообще, кто дышит этим воздухом, тоже. Там вдалеке, вот на мыску, виден маяк. Ну, наверное, вам он очень плохо виден, но я его вижу хорошо. Все-таки человеческий глаз гораздо лучше устроен, чем китайская техника, да, оптическая. Вот. Ну, а вот это белое строение, это как раз и есть Тургеневский спуск. Это маршевая лестница. Вот, с улицы Тургенева она, так скажем, выходит улица Тургенева на вот это место, спускаешься по этой лестнице и попадаешь на пляж. Пляж, кстати, это название очень, можно сказать, с большой натяжкой. На самом деле никакого тут пляжа нету, это просто камни, дикие, тупые камни и острые камни, да. Вот, поэтому море у нас сегодня вот такое, оно еще не успокоилось. Купание, я думаю, запрещено. И остается только любоваться на него. Вот таких вот монстров выносит море. Облачность сегодня, но солнце периодически появляется, и, конечно, когда оно появляется, то сразу просто жарко становится. А вообще с утра сегодня шел дождь, и пока я добирался до Ореховой рощи на велосипеде, я вынужден был от этого дождя прятаться. Ну, доехал сухим.
Мне кажется, чайки просто наслаждаются этим ветром. Ну, а я сейчас поеду, седла своего коня и тронусь. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго, до следующих встреч.